Значит, что касаемо по поводу с помощью ордеров, которых скоро не будет, не путайте. Ордеров не будет на Нью-Йоркской фондовой бирже. Пока на данный момент Нью-Йорк Стокс Экченж – это единственная биржа, которая принимает стоп-ордера именно к себе в порядке очередности. Они срабатывают не по серверу, они конкретно отправляются на биржу. И, по-моему, с 26 февраля, если я не ошибаюсь, говорят о том, что может быть отмена данных ордеров. То есть вполне возможно. Но еще как бы до февраля месяца нужно нам всем дожить. Это как бы момент первый. Следующее. Сейчас по Нью-Йоркской фондовой бирже, если взять даже бумагу, которая прошла листинг на Нью-Йорк Stock Exchange, проходит объема по некоторым бумагам уже не более чем 10%, по некоторым бумагам не более чем 25%. Вот в среднем не более чем 20-25% объема все-таки больше уже попереходили на ту же арку, которая принадлежит New York Stock Exchange, но на арке не было ордеров, стоп-ордеров, которые отправлялись именно на саму биржу. В основном мы уже пользуемся ордерами, которые висят на сервере у брокеров, и при триггере цены просто-напросто данная заявка превращается в обычный market order. Поэтому ничего здесь кардинального не произойдет. Могу сказать, что стопс по Нью-Йорку были актуальны только в тех случаях, когда бумага имеет достаточно хороший объем, тогда иногда могла она выполнять цену лучше, чем стоп, который выставляется по серверу у брокера. Но это не существенная новость, поэтому там никаких стоп-ордеров, никакой отмены проходить в этом плане как бы по стопам в целом, естественно, не будет, поэтому не путайте эти вещи. Все нормально, никакой паники, все будет хорошо.